И вот, как и обещал, покажу, что находится внутри моего стенда. Переворачиваем. Плата генератора. Это плата GPT. Это транзистор автоматического управления питанием. Так. Здесь у нас два источника, 5 вольт и 3,3 вольта. Здесь настоящая форсунка. Вот она. Вот так оно выглядит изнутри. Это энкодер. Провод к нему пошел. Ну, остальное тут кнопочки, разъемчики. Вот так это все выглядит изнутри.